Ненецкий округ встретил 1 мая, праздник весны и труда. Самые массовые мероприятия прошли, конечно же, в столице региона. На демонстрацию вышло небывалое количество людей, участвовали целыми семьями. Колонна растянулась на несколько сотен метров. Повсюду триколоры и символика различных партий движения. Главные лозунги, которые нанесли на транспаранты, это повышение зарплат, нет сокращению и защита действующего трудового кодекса. Праздник весны и труда в первую очередь ассоциируется с теплой погодой и, конечно же, выходным днем. Но на севере, кажется, свои законы. Нет, выходной сегодня дали всем. Ну, почти всем. Вот с погодой сегодня явно не повезло. На улице уж очень сильный ветер. Впрочем, участники демонстрации заявляют, что наши лозунги и настроение явно сильнее любых погодных условий. Так что мир, труд, май. Да, ветер, мне кажется, везде. В Архангельск звонил. В Архангельске ветер. И в Москве, говорят, ветер. Но снег только в Наринмаре. Так что, ну, самые стойкие вышли сегодня на праздник, собственно. Несмотря на раннее утро и сильный ветер, многие на демонстрацию не пришли, а буквально прилетели. Настроение у людей праздничное. В руках транспаранты, воздушные шары, цветы, флаги. Тут же гармонисты с песнями и плясками. Общий сбор участников шествия начался задолго до главного события. Рабочий класс, политики и представители партии колонной выстраивались на улице Смедовича. И казалось, эта процедура никогда не закончится. Люди шли и шли. Что не скажешь про студентов. Их места в строю долго оставались свободными. Знаю, наверное, еще ищут нас. Ищут вас? Да, так понимаю, при таком ветре их сносят, но они ищут. А может быть, все просто решили не идти сегодня? Ну, это, наверное, только единицы, которые не понимают значимости праздника. А вот взрослому поколению о значимости праздника говорить не приходится. Для них это повод с ностальгией вспомнить советские первомайские шествия как признак наступившей весны. Так давно в Вене встречали этот 1 мая, это тяжело. Просто душа радуется, что вот вспомнили старые. Это самый, наверное, большой праздник. С очень хорошим настроением ушла. В этом году желающих проскандировать «Мир, труд, май» оказалось гораздо больше, чем в прошлом. Шествие выглядело действительно внушительным. Колонна растянулась на несколько сотен метров. Где начало, а где конец, понять было сложно. Требования, которые звучали на митинге, почти слово в слово повторяли друг друга. Это работа, достойная зарплата, соцгарантии и нет сокращению. Последнее и решительное слово взял губернатор Игорь Кошин. Чтобы было теплее, мне кажется, надо стать еще ближе и теснее друг к другу. Потому что старая истина, один в поле не воин, а того ветром быстрее сдует. Друзья, мы сегодня находимся на этапе нового экономического развития. Мы должны быть эффективными. Мы должны четко понимать, что главные показатели – это производительность труда и социальная защита нашего населения. Мы все вместе преобразим наш город, преобразим наш округ и нашу страну. Мир, труд, май! Ура! Первомайское шествие по традиции завершилось праздничным концертом. Его не испортил даже сильный ветер, а горожане еще долго подпевали в общей колонне. Настроение только прибавлялось, из-за облаков выглянуло долгожданное солнце. Олег Назейский, Дмитрий Лукевич, Андрей Котов, телеканал «Север».